так. Вышел по-настоящему нормальный, можно так сказать, трейлер по новой части колды, которая называется «Холодная война». Call of Duty Black Ops Cold War. До этого был тизер, но я на него решил не делать реакцию, поскольку там мало чего нам показали, кроме бывшего КГБшника Юрия Безменов, по-моему, его, или Безменов, по-моему, правильно его фамилия, который рассказал про всю ту ситуацию с США и СССР, и не только. И вот сейчас вышел нормальный такой достаточно трейлер, в котором, вот если смотреть на IGN, то там на превьюшке внезапно Рональд Рейган. Естественно, игра будет повествовать об самых достаточно обсуждаемых событиях, а именно Холодная война, которая, я считаю, на самом деле бессмысленной, поскольку она, кроме понтов, ничего особо нового не принесла. Да, я, конечно, понимаю, что Америка продвинулась вперед, но, понимаете, прикол Холодной войны был вот той самой космической гонки, в которой, по сути дела, как бы, мы на самом деле космос освоили вместе, можно так сказать. То есть мы освоили то, что человек может, как бы вам объяснить, человек может выйти в открытый космос, мы освоили. Американцы, в свою очередь, освоили, даже не освоили, а доказали, можно так сказать, доказали, что мы можем долететь до любой планеты, например, Луна. То есть, повторюсь, мы доказали, что мы можем выйти в открытый космос, и не только. А они, в свою очередь, доказали, что можно лететь к другим планетам, то бишь к Луне. То есть, по сути дела, мы освоили космос вместе. Но при этом почему-то продолжают собачиться до сих пор. И вот выходит игра, которая нам дает так называемый девиз «Know your history». Кто смотрел тизер, тот понимает, о чем я говорю. Я тизер видел. Естественно, без клюквы здесь явно не обойдется дело. Ну да ладно уж. 1968 год. Эта война была обманом. И, кстати, Холодную войну еще поднимали в самой первой части. И, как видите, Treyarch, по-моему, и Raven Studios, они решили вернуться к истокам. Не знаю, будет ли в игре Вудс или Алекс Мейсон, но хотелось бы, чтобы в игре был и Вудс, и Алекс Мейсон, хотя это маловероятно. Но хотя бы в виде камео. Ты кровопролитие. Все, чтобы разжечь скрытый конфликт, зревший десятилетия. Джонни, они на деревьях. А помнишь Вьетнам? Как говорится. Мои сограждане, ядерная война грозит всему человечеству. Мы хотим мира во всем мире. Ну, не знаю. Пять дней назад мы получили данные о советском агенте с позывным Персей. Если чё, Персей — это тот, который, по-моему, он выдал американцам рецепт водородной бомбы, которую разрабатывал Советский Союз. Если так, готовится что-то крупное. Или наоборот, по-моему. Влияет на исход холодной войны. На мясника похож из пацанов. Давайте найдем эту гниду. А, наоборот, получается, что? Давай, ну же! Советом выдавиться. Блин, ну круто выглядит, хоть убей. Угроза реально? Да, сэр, более чем. Дайте адрес. Да ладно! Это тот, который был в первой части, во второй. Более чем. Дайте Black Ops имею в виду. То есть, значит, здесь должен быть и Джеймс Вудс с Алексом Мейсоном. Блин, ну это очень круто, серьезно.
Я обязательно должен это сыграть. Обязательно. Этого в плане не было! Ну это очень круто. Вы нас не подведете. Я вас, мистер Рейган, не подведу. Ой, бета-тесты, всякое говно! Ой, не надо мне это. О, Джеймс Вудс. Также немедленный доступ к набору исполнителя Вудса для Modern Warfare и Warzone. А, это Вудс такой. А его сразу не узнать, так сказать. Ой, как... А, это для Warzone. Да, это для Warzone, это фигня. Я Warzone не играю. Я не играю в Warzone, поэтому не надо. Играю пример сетевой игры. Нет, сетевая игра мне тоже особо не нужна. Но трейлер шикардос. Прям вообще капец. Я даже не узнал, что это Вудс. Даже не узнал, а не понял, что это Вудс. Но черт возьми. Это круто. Я просто четко его помню внешность в первой и во второй части. А здесь он изменился так сильно, что даже его не узнать, по правде говоря. Но круто. На этом все.